Да ладно. Мы слушаем здесь. Не перебивать докладчика. Значит, и родился он в Древней Греции во время того, как из мистерий, посвященных богам, в основном это плодородию и в основном это Дионисию. И когда, значит, пели его песню, песнь в основном это в ходе посвящения празднества, пел хор сатиров, которые были одеты в козлиные шкуры, изображая, значит, животных там, это самое, и распевали ему песни, дифирамбы по-гречески, то, что мы сейчас говорим, что вот петь дифирамбы, это вот то самое, да. И содержание обычно это мифы о Дионисе составляли вот этого хора. Слово от хора сатиров произошло слово трагедия. Это значит буквально в переводе «песнь козлов». Год обращения театра считается 534 год до нашей эры, когда афинский поэт Фестип во время великих Дионисий, то есть песен, посвященных Дионисию, он наряду с хором использовал еще одного персонажа, человека. И этот человек уже как бы обращался к хору. Затем в VI веке уже Эсхил, а затем Софокл добавили еще двух человек. И уже тогда стал происходить диалог. То есть они между собой общались, они обращались к хору, и вот так вот возникло действие театральное, которое мы сейчас называем театром. То есть это еще как и вот. Дальше, значит, в основном театр это были трагедии и комедии, жанры. Вот. Трагедия в основном писалась на мифологические или исторические сюжеты. Вот, и писали эти трагедии Эсхил, Софокл, Еврипид. А их считают отцами греческой трагедии. А Аристофан – это отец комедии. В Греции театр очень почитался. Очень. А в Риме нет. Нет, Рим презирал это действие. Да. Ну, не по разным делам, да. по этим делам. В Греции был театр, в Риме кулинарий. Да, в Греции между драматургами проводилось соревнование, которое называлось «Агон», и при выборе победителя в основном играла роль публика. Публика выбирала победителей театра. Вот. В Древнем Риме были популярны атиланы, которые ставили, когда уже стал театр, атиланы. Это фарсовые представления, так сказать. То, что сейчас мы называем буфонады. И в основном до нас дошло очень много греческих, древнегреческих пьес, но в основном почему-то, ну это Аристея, там Прометей прикованный, но почему-то очень любят, когда ставят древнегреческие пьесы, ставят в основном всегда Электру. Наверное, вот вы знаете, такая известная пьеса. Вот, и это Эсхил написал ее. Так вот, Электра – это пьеса о том, как брат и сестра мстят за отца, которого убила его мать, и ее убивают. Вот это вот. Вот этот же сюжет уже взял Шекспир. Гамлет. Вот Гамлет, вы все помните, да? Когда и там он актеров тогда пригласил, но не буду вам пересказывать это все. А вот почему-то любят эту пьесу, но комедий как таковых древнегреческих до нас не дошло. А вот почему-то именно только трагедии. Наряду с официальной труппами, так сказать, театром, существовали еще, как мы сейчас говорим, художественные самодельные народные театры. Вот, там были скоморохи, мимы. Это был театр из народа. То есть люди, которые не могли, простой народ не мог попасть на помостки, а хотели играть, вот организовался вот в разных странах сразу, организовался вот такой вот театр. Они разыгрывали в основном примитивные пьесы с быта, то, что народ вообще волновало, так как такие вещи высокие.
понимаете, вот простой народ интересовал то, что, то, чем они жили. И вот эти актеры, они играли в основном пьесы света. Но их презирали. Их презирали. Даже в Древней Греции. Боюсь, в Риме тем более. Да, вот. Категорически нет. Да, в Древней Греции был признан театр. Но вот их, этих вот самодеятельных актеров, их презирали. И когда они умирали, самое главное, что уже когда в нашу, уже в новую эру Рождества Христова в Европе, вот, церковь выступала тоже против этого. И когда они считали, что это не годится. И когда они умирали, их хоронили за городской стеной. Их не разрешали даже хоронить. И еще одна такая вещь, что в Древней Греции, в Древнем Риме и вообще до средних веков в Европе женщины не имели права играть в профессиональных театрах. Все исполняли только мужчины. Еще хочу сказать, что вот в Древней Греции, там они когда выходили, они одевали на себя маски, лиц было не видно. Это были бы огромные маски, изображающие героя. Ну, вы, наверное, видели эти маски с открытыми ртами, маска ужасов. Там. Это очень часто вот показывает. И вот что еще характерное хочу сказать. Значит, играли без декораций. В Древнем Греции, наверное, мы все знаем этот знаменитый театр, где чаша такая вот, и стоит сцена, и декорациями были горы, значит, и природа. Вот я хочу сказать, что сейчас современный театр к этому возвращается. Практически у нас нет декораций. Вот посмотрите, очень много. Играет практически почти на пустой сцене. Вот. Ну вот это вот все, что я хотела сказать о театрах. О пьесах я ничего говорить не буду, потому что Лиля сейчас будет говорить о пьесе. Не надо, да. Вот. Единственное, что хочу сказать, что пьесы европейские и пьесы русские – это совершенно разные и написания. И Лиля все об этом сейчас будет говорить. Я только не согласна. Наверное, неудачное слово «презирали». Их не презирали. Их презирали. Они считалось низшее сословие. Нет, низкое. Нет. Их при том, ну, в то время презрение имело другой смысл. Понимаешь, их, например, вот Гамлет. Принц Гамлет. Тут, посмотри, очень яркий пример. Он пригласил вот этих бродячих в труппу, да? Угу. Вот их даже не кормили на кухне. То есть они не были низкое сословие. Когда презирают, стараются не общаться, на них ходили, но смотрели. Дело в том, что нет, они играли на площадях. На площадях люди приходили, конечно, это простой народ. Я думаю, это не презрение. Но было. Власти, я имею в виду вот власти, высший свет и духовенство, это считалось презренной профессией. Их даже нельзя было хоронить. Я думала, презренное неудачное слово. Ну, это вопрос полный. А что, Нерон актером хотел себя быть? Кстати, вот и Нерон. А насчет Нерона. В Риме вообще-то презирался и когда Нерон стал вдруг играть, то весь Рим был в шоке. Так, все, присылай. Лиля, во-первых, ты мне скажи, какой порядок. Я думаю, что лучше всего, потому что у нас превращается в балаган, наверное, чтобы прения были в конце. Все слушают в конце. Если как вдруг считаешь? Будут прения, я, может быть, во время рассказа я буду обращаться с вопросом. Если ты обращаешься, да, а если нет, то, наверное... Да, потому что иначе я ничего не успею. Кто-то с чем-то, конечно, может, будет не согласен. Спасибо. То, что прения в конце. Это что, домой? Да. Так, вам хендауты? Держите. Еще так далеко, как-то коллективу поближе на счету. Так. Презираешь, что ли, то? У всех лид-клуб. Все. Спасибо, Зина, за вступление. За вступление, да. Я просто, да, то есть, действительно, вы сказали большую часть того начала, которое я хотела тоже сказать. Ну, единственное, добавлю, что во время празднеств в честь Дионисия шли процессии из храма, посвященного Дионисию, и они распевали дифирамбы и фаллические песни. И вот из дифирамбов, говорят, появилась трагедия, а из фаллических песен комедия. Да. И комедия
считается, что переводится как «Песнь бражников», если трагедия – «Песнь козлов», «Козлиная песня», да. Я, наверное, тогда уже про драму Древней Греции говорить буду уже только в связи с принципами построения пьесы. Значит, для чего мы вообще собрались? У нас тут с прошлого года стихийно возник интерес к театру, да, и начали наши авторы писать пьесы и сразу же эти пьесы и ставить. И поэтому возник вопрос, правильно ли мы делаем это все, да, то есть захотелось научиться писать правильные пьесы, разбираться в них немножечко и, может быть, ставить не только двух авторов, которые сейчас у нас активно этим занимаются, но, может быть, кто-то напишет еще интересные оригинальные пьесы, которые можно будет ставить. Прежде всего, мне хотелось бы разграничить значение слова «драма». У слова «драма» в литературоведении есть два значения. Во-первых, драма – это род литературы, наряду с эпосом и лирикой. И характерными особенностями этого рода литературы является то, что отсутствует речь повествователя, то, что строится текст в виде диалогов, то, что герои показываются в момент наивысшего напряжения, когда они преодолевают какие-то препятствия, сложности, и это создает драматизм. То есть драматизм – это такая вот черта. То есть когда они переживают драму, мы бы так сказали, да? Кроме того, характерной особенностью произведений, написанных в этом, в жанрах драмы, является действие. В основе, значит, да, это первое значение драмы. Второе значение – это драма как жанр литературы. Тут драма наряду с трагедией, комедией, мелодрамой, водевилем, фарсом и другими жанрами. Теперь я сразу же это пропускаю, потому что Зина мне тут это все рассказала. Я просто хочу добавить, что греческий театр, на самом деле, его расцвет пришелся на 5 и 4 века до нашей эры, и это был только один век. То есть недолго этот расцвет был. Трагедия быстро деградировала, комедия, и потом постепенно трагедия была вытеснена, не сразу, только в 17 веке трагедия была вытеснена драмой. Комедия тоже претерпела изменения от грубого площадного юмора, от фарса к комедии, к тонкому юмору. И второе направление было смешение жанров, смешение комического и трагического, высокого и низкого. То есть стали появляться сложные жанры. Постоянное присутствие хора в античном театре на протяжении действия, особенно у Эсхила, требовало того, чтобы действие не выходило за рамки одного дня. Этот принцип стал известен как принцип единства времени. Действие трагедии должно было продолжаться в течение 24 часов. Кроме того, как сказала Зина, в античном театре не было декораций. Там были различные зрелищные эффекты. Они достигались при помощи механизмов, например, когда из-под пола поднимался бог, да, то есть были механизмы, поднимающие актеров из-под пола, или въезжали колесницы, но декораций не было, смены декораций не было, что значит, что не могли менять место действия, место действия должно было быть одним и тем же. Отсюда принцип единства места. И третий принцип античной драмы – это принцип единства действия. Что это за принцип? Единство действия заключается, прежде всего, в замкнутости действия. Действие должно иметь причину, следствие и результат. И вот эти три принципа, они по-разному, к ним по-разному относились в разные времена. Скажем, в средние века, на театр были гонения, и разрешались лишь
церковные представления, там в раннем средневековье это были литургическая, была литургическая драма, позже это были миракли, моралите, мистерии. И в этот период принцип трех единств был забыт. И в пьесах этих ставили, показывали жизнь человека, могли показывать всю жизнь человека, а могли показывать период от сотворения мира, сотворения человека до воскресения Христа. То есть эти принципы игнорировались. Во время Возрождения тоже, в период Возрождения тоже не возвращались к этим принципам, поскольку главной идеей была импровизация. Там было много импровизаций в театре. Но в 17 веке, это произошло после перевода поэтики Аристотеля. В своей поэтике Аристотель рассматривал принципы античной драмы, и он уделял много времени, много внимания принципам, вот этим принципу трех единств. И в 17 веке к этим принципам вернулись. Принцип единства места, времени и действия стал важным в театре классицизма, в европейском театре. Эти правила получили статус закона. Ну вот. И в современном театре мы можем сказать, что принцип единства места и времени, Дим, соблюдается или нет? Я не буду сейчас ничего говорить. Хорошо, ладно. Не соблюдается, наверное. Или соблюдается, но эти принципы не так важны. Принцип единства действия, он более важен, хотя он тоже нарушается. Итак, принцип единства... Извини, Лиля, вот давай сразу действия. По ходу. Ты можешь объяснить вот мне, для особо тупых, что значит принцип единства действия? Что имеется в виду? Сейчас будем говорить об этом. Да? То есть это можно понимать как замкнутость действия. То есть у действия, если разорвано действие, есть причина, нет следствия, нет результата. Да? Если оно разорвано, а если действие цельное, есть причина какого-то события, какого-то происшествия, у него есть следствие и есть результат. То есть вот так можно понимать принцип единства. Понятно? Единство действия. Кроме Нет, того, в принципе, я поняла, что она имеет в виду. Но я думаю, что это вот я не знаю, как это. Единство действия обеспечится единым цельным стремлением главного героя. То есть, например, у него есть какое-то сильное желание. И вот, но это желание натыкается на какие-то препятствия. Двух словах, если так открыть, да. Вот Гамлет узнает, что у него этот самый в экспозиции, так называемый, да, там, да, что это самое. Вторая сцена начинается с того, что Кирканий приходит к Атилле и говорит: Атилла, где мой меч? То есть прерывается место, вообще процесс. Да. Прерывается процесс. Мы должны абсолютно забыть, что было в этом, и мы не можем их связать. Вот в единстве действия, в единстве процесса во времени ничего не прерывается. Нам сказали, что я тебя ненавижу, этот с этим, и мы сразу видим, ага, этот с этим. И вот. И пока оно не все перипетии не пройдут, вся не высосится, вся история. Да. Вот, и мы знаем, вот сейчас финал. Вот ну, что спасибо, такое единство действия. Я такие спокойные. Ну да. Да, то есть есть какое-то цельное стремление или материальному там обогащению какому-нибудь, к власти, да, и вот какая-то страсть есть, и вот он ее воплощает, и она натыкается на препятствие, возникает драма, конфликт, и стремится этот конфликт к своему разрешению на протяжении всего действия. Если посмотреть на пьесы, которые мы взяли для обсуждения, Ибсена «Кукольный дом», Уайльда Соломею и Уильямса «Ночи Гуаны», можно посмотреть, там соблюдаются эти принципы трех единств или нет. Да? В «Кукольном доме» действие происходит в доме Хельмеров. Соблюдено единство места, оно не меняется. А действие происходит в Сочельник, рождественский день и день после Рождества. 3 дня. То есть единство времени не соблюдается.
Но можно сказать, что здесь единство действия заключается в цельности героини. Да? Она совершила подлог, если вы перечитали пьесу, потому что была уверена, что в ее обстоятельствах это не было важно. Да? То есть и до самого конца, то есть она ни на мгновение не сомневалась в том, что то, что она сделала, это было правильно. Да? И до самого конца она была уверена в том, что она уверена, что она невинна. Да? Вот в этой способности к цельному действию проявляется также единство действия. И если говорить о едином действии с точки зрения причинно-следственных связей, то тоже имеется причина подлог, который она совершила, плюс увольнение Крокстада и следствие его месть, результат разоблачения Норы. Да? То есть если смотреть на этот принцип с точки зрения причинно-следственных связей. В Саломее действие происходит во дворце Ирода и его жены Иродиады, единство места сохранено. Действие происходит на протяжении одной ночи. Мы видим Луну, да, в пьесе постоянно. То есть единство времени сохранено. И диалектика развития событий подчинена цели причинно-следственных связей. Йоканаан отвергает любовь Саломеи. Причина. Саломея хочет... Кто отвергает? Йоканаан. Читала Саломея? Ну, Иоанн. Иоанн, да, простите. Ну, там он... Трудно очень произносится имя, да, Йоканаан, да. И Саломея хочет его голову, как следствие. То есть, да, она получает ее результат. Исторически неверно, но... Нет, это исторически неверно, да. Но прототипом, конечно, прототипом является, да. В основе лежит библейская история. Да. Конечно, Уайльд... А автор, что хочет, то пишет. Ну, само собой, ради Бога. В пьесе Уильямса действие происходит в небольшой мексиканской гостинице Коста-Верде на берегу океана. То есть место, принцип единства места сохраняется. Первое действие происходит утром, второе – днем, третье – вечером. Принцип единства времени тоже сохранен. Вот что касается... Да. В пьесе четыре главных героя. Ларри Шеннон, священник Росриго, и сейчас незадачливый экскурсовод Максин, хозяйка гостиницы «Веселая вдова», Ханна, художница неопределенного возраста, старая дева, ее дедушка Джонатан Коффин, 97-летний поэт. Критики считают, что в образе четырех главных героев воплотились разные стороны самого драматурга. То есть можно сказать, что Шеннон отражает мятежности и болезненный поиск смысла, Максин – чувственности, простую плотскость, Ханна – это образ души, неизвестно, как очутившись на этой земле, старый поэт – выражение творчества, артистизма. Между героями нет большого антагонизма. Метод Уильямса тяготеет к символизму. А для того, чтобы образы достигали символического уровня, они должны обладать цельностью, той самой цельностью, которая проявляется в последовательности их действий и стремлений. И в героях Уильямса как раз такая цельность есть. Они не меняются на протяжении своего действия, их характер очень цельный. И причинно-следственные связи здесь тоже можно проследить в пьесе. Шеннон отклоняется от маршрута, удерживает в гостинице группу туристок, в результате приезжает представитель турагентства, забирает группу, Шеннон лишается работы, да, и развязка, он остается с Мэкси, возможно, но может быть это другая развязка, там открытый финал, на мой взгляд. Саша, а ты не мог бы закрыть дверь, если или она закрыта? Это мне просто так. Теперь, да, я накину. Конечно. Для того, чтобы герой, способный к единому цельному действию, испытал драму, нужны особые обстоятельства. Драма возникает, когда, как мы сказали, его воля наталкивается на какие-то препятствия. И когда осуществление желания, оно, с одной стороны, сулит что-то, да, что-то желанное, с другой стороны, оно угрожает какими-то опасностями и даже иногда лишением жизни.
Для возникновения действия нужен, то есть таким образом образуется, завязывается драматический узел и возникает драматический конфликт. И для того, чтобы такой драматический конфликт, драматический узел, завязался драматический конфликт, возник, нужно какое-то событие. Станиславский называл событие действенный факт. Событие — это более или менее важное происшествие или действие в пьесе. И можно использовать метод исключения, которым Станиславский как раз и пользовался. Если можно какое-то происшествие или действие исключить из пьесы и ничего не изменится, это факт. Если же действие будет нарушено, это событие. Для начала действия нужен импульс, исходное событие, первый конфликтный факт. Следующий конфликтный факт – это основное событие. С него начинается сюжет пьесы. Например, известие о приезде ревизора – это исходное событие, а принятие Хлестакова за него – это основное событие, с которого начинается пьеса. В событийном ряду пьесы, то есть событийный ряд – это череда событий, да, взаимообусловленных, выделяется центральное событие, главный конфликтный факт, высшая точка развития действия, пик борьбы, перелом, после которого действие движется к финалу, к развязке. И вы в своем хендауте можете видеть соответствие этих событий определенным частям пьесы, да? То есть если там исходное событие, может, оно в экспозиции происходит, да? Основное событие соответствует завязке, центральное – это кульминация, финальное событие – последний конфликтный факт, где конфликт находит разрешение, где заканчивается сюжет, это развязка. Но после развязки может быть еще и главное событие, итог, в котором автор выражает идею пьесы и свое отношение к произошедшим событиям. Это может быть эпилог. Если мы посмотрим на пьесы наши, которые мы взяли, да, то в «Кукольном доме» исходное событие. Муж Норы получает повышение и должен стать директором банка. И в связи с этим возникают особые обстоятельства. Нора выпрашивает у мужа место для своей подруги, невольно лишая тем места Крокстеда, которому известна тайна подлога, совершенного Норой. Основное событие – это решение Хельмера уволить Крокстеда и взять на его место подругу Норы. Так завязывается драматический узел. Нора не хочет ни в коем случае, чтобы муж знал о том, как она добыла деньги. Кроме того, она узнает от Крокстеда, что подделанная ею подпись является преступлением с точки зрения закона. Нора стремится не допустить разоблачения, но не потому, что боится за свою честь. Она уверена, что в ее действиях не было преступного умысла, следовательно, она не виновна. Но она боится за своего мужа, ибо полагает, что муж возьмет эту вину на себя и будет отвечать перед законом. Лиля, извините, центральное, пожалуйста, событие, да? Ага. Я думаю, что вот если вот то, что изначально все, исток всего, что она сделала, в первую очередь, подлог. Да. Отсюда исходный, все. Да. Отсюда и если, исходно, да. Если, да. Да. Вы правы. Если можно так посмотреть, я согласна, что да. То есть можно посмотреть на внешнее, на то, что в пьесе происходит, а можно посмотреть на то, что происходит из-за чего все, вообще в этой истории. Сыр-бор. Совершенно верно. Да. Из-за чего весь сыр-бор. Иначе он бы не смог ее шантажировать, и правильно, не было бы. То есть там тоже можно сказать, да, что исходное. Да. Можно и так рассматривать. Совершенно верно. Само вот это вот как бы. События. То, что ключевой момент такой, да, на чем вся пьеса держится. Да. На этом также. Да. Да, согласна. То есть можно рассматривать на то, что происходит в пьесе, а можно посмотреть на то, что произошло вообще в истории. И также, например, вот в «Ночи игуаны» там тоже. В пьесе происходит что-то одно, а всю историю героев мы узнаем из их разговоров. И вплоть до их детства, да, то есть у Шеннона история начинается в детстве. И вот это его поведение, этот его мятеж считается
матери и Богу, да, то есть коренится его невроз в его детстве. Ну так, если посмотреть на центральные события, это разоблачение подлога Норы, чтение письма, финальный уход Норы из семьи, наверное, и главная надежда Хельмера на возвращение и готовность измениться. В Соломее великое препятствие для страсти Соломеи – это отвержение ее Яконаала. Это чрезвычайное препятствие разжигает до крайности ее желание, что и создает драму усекновения главы Яконаала. Драматический узел в этой пьесе – противостояние Соломеи и Яконаала. Исходное событие, возможно, это желание Соломеи сначала увидеть заключенного под стражу Яконаала, и то, что она, когда она его видит, она начинает пылать страстью. Да? Основное событие – Яконаал отвергает Соломею. Здесь начинается конфликт. Центральное событие, я думаю, что это танец семи покрывал и требования награды за него. Финальное событие – это усекновение главы Яконаала и главное событие – гибель Соломеи, да, в конце. В «Ночи Ягуаны» особенностью этой пьесы, как мне кажется, вообще, да, вы можете спорить со всем и говорить какие-то вещи, потому что, поскольку у меня не было литературоведческих источников, я делаю анализ сама, и когда я перечитываю, иногда я меняю свое мнение. Заходите. Нет, они магазин открыт. Заходите. The shop is open. The shop is open, not worried. You can come in. А что здесь такое происходит? Это литературный семинар. Да, вы можете проходить и покупать все, что вам надо, не переживайте. Но сегодня только за юани. Да. То есть это мой анализ, и он может быть неточным. Поэтому приветствуются какие-то дополнения, и вы можете исправлять меня. И я могу изменить свое мнение. Потому что я когда перечитываю, я думаю, я иногда саму себя исправляю. Сначала мне кажется одно, потом мне кажется другое. У меня не было времени еще как бы свое мнение устаканить и решить, что вот это точно так или не иначе. То есть это моя интерпретация. Ну, может быть, и то, и другое. Да, правильно, интерпретаций может быть много. Да, иначе все... Должно быть многопланово, это ясно. Да, иначе все спектакли были бы похожи, да, наверное, друг на друга, ну, если правда, бы не было возможности интерпретации. Особенно в «Ночи Игуаны» там может быть да, бесконечное количество интерпретаций. Да. Вообще очень скучно, честно говоря. Ну, я извиняюсь, да. Я не отвергаю никак гениальность автора. Особенностью этой пьесы является то, что драматический узел создается не внешними событиями, как мне кажется, да, а внутренними. Шеннон сам создает трудности для себя. Он знает, что потеряет работу, если нарушить маршрут, указанный в проспекте. Но, несмотря на это, он потакает своим эгоистическим представлением о том, что следует показывать туристам, пренебрегая их желаниями. Он расторможен, эгоистичен, невротичен, да? Он совершает поступки под влиянием момента, управляемые какими-то бессознательными импульсами, что выражается в стихийном бунте против ограничений, апофеозом которого становится его выходка, когда он мочится на чемоданы туристок. Шеннон говорит, что видит какого-то призрака, который является предвестником нервного припадка. Неумение контролировать собственных демонов, мне кажется, и создает драму Шеннона. И эта драма начинается не в пьесе, да. То есть она имеет истоки в детстве Шеннона, как я сказала раньше. А если посмотреть на пьесу, то здесь в самом действии, в этом исходном событии можно назвать плохое самочувствие Шеннона и близость припадка, отклонение от маршрута. Основное событие – конфликт с группой туристок. Центральное событие, может быть, даже цепь событий. Отъезд туристок, когда у него отнимают ключ зажигания от автобуса. Отъезд туристок, он теряет работу, получается. И после того, как он помочился на
чемоданы. Турист, так он собирается сделать заплыв в Китай, его останавливают, его связывают. Финальное событие, мне кажется, это разговор Шеннона и Ханны. И в это же время происходит завершение поэмы дедушкой, освобождение игуаны, уход Шеннона с Максин. И главное событие в этой пьесе – это смерть дедушки. Но почему оно главное? Оно может быть не для действия главное. Оно главное только если рассматривать его символическое значение. То есть вот как символ это может быть главное событие. Итак, для возникновения драмы необходимо единое действие героя, драматический узел обстоятельств и событий, противоборствующих герою и одновременно разжигающих его желания. Теперь можно посмотреть на общую конструкцию драмы. Сначала мы посмотрим на тему идеи, да, рассмотрим, что такое тема идеи. Тема драмы может пониматься через единое действие, действие тоже. Например, Вольгенштейн определяет тему как конфликт, то есть единое действие, наталкивающееся на противоборство. И можно таким образом определить тему одним словом. Например, тема Макбета – это честолюбие, тема Ромео и Джульетты – любовь. Тема прежде всего и формирует драму. Это основная проблема, поставленная автором. И под темой понимают какой-то жизненный материал, какой-то объект изображения. Тема отвечает на вопрос «о чем?». В переводе с греческого означает то, что положено в основу. Иногда, когда автор берет сложное явление, трудно говорить об одной теме. Тогда говорят о тематике произведения. Может выделяться там одна главная тема и какие-то частные темы. С тематикой драмы связана идея драматического произведения. Идея драмы – это философская оценка изображенный в произведении действительности, действующих лиц, событий. То есть идея – это тот общий вывод, который следует из осмысления жизненного материала, показанного, являющегося темой драмы. То есть тема – это то, что автор изображает, она объективна, а идея – это то, что автор хочет сказать об изображаемом, и она субъективна. Идея – это то, ради чего и пишется произведение. В пьесе часть персонажей могут выражать тему, то есть они показывают быт и уклад какой-то среды, какого-то времени. Например, Фамусов и Молчалин в «Горе от ума». Они могут открывать, обычно они открывают пьесу, занимают большую часть экспозиции. Где-то на втором плане существуют герои, которые имеют другое мировоззрение, другой образ жизни, другие формы существования. И именно они становятся выразителями идеи, авторской идеи, как Чацкий в «Горе от ума». Да? Если мы посмотрим на наши пьесы опять. «Кукольный дом». Идейно-тематической основой этой драмы считают положение женщины в обществе. И эту драму даже называют манифестом феминизма. Однако такое понимание, мне кажется, слишком узким. В пьесе речь идет вообще о свободе человеческой личности в обществе с мертвыми законами, как мне кажется. Да? И, да, например, захотела и взяла подделала подпись. Не захотела, ее жизнь заставила, не перебивай. Жизнь заставила. Мужа надо было выручать, что захотела. Да, мужа надо было выручать. Благородное это самое дело. Ну да, порыв, конечно. Тематика может включать главную тему, свободу и независимость человека в обществе, а частная тема – положение женщины в семье и в обществе тоже. Да? А идея, наверное, из-за этого, что человеческие отношения выше бездушных формальных законов, наложенных обществом. Но тут можно поспорить, да? Но Зина уже поспорил. Может быть, да. А в «Соломее» идейно-тематической основой пьесы можно считать жажду власти.
борьбу за власть. Тема «Власть», идея, жажда власти, сильнее страсти, я бы так сказала, да, и к тому же губительно. В «Ночи игуаны» идейно-тематической основой этой пьесы Уильямса, как и других его пьес, можно сказать, является исследование взаимоотношений тонких, ранимых мечтателей, людей немного не от мира сего, художников, неврастенников, эскапистов, с миром нормальных, среднестатистических, простых людей. Хрупкость и уязвимость первых, неизбежная победа вторых, может быть, да, так вот, мне кажется. Тематика этой пьесы включает, как и других пьес Уильямса, включает борьбу чувственного и духовного начал, тему свободы и творчества. Можно сказать, может быть, то есть я не настаиваю на этом, как я вижу, тема положения иных в обществе нормальных людей, а идея, может быть, опять-таки, я не настаиваю, моральная и физическая сила духовно цельных иных, Ханна, и слабость расколотых иных, Шена. То есть это я для себя такое вынесла, но, опять-таки, понимать можно по-разному, и, может быть, будут какие-то другие трактовки. Я не хочу настаивать ни на чем. Сюжет, фабула, интрига. В литературоведении нет единого понимания фабулы сюжета, поэтому их часто смешивают. Некоторые исследователи под фабулой понимают естественную последовательность событий в произведении, а под сюжетом понимают те же события, но так, как они изложены в произведении. В таком случае разделение на фабулу и сюжет уместно только тогда, когда сюжет расходится с логической последовательностью событий, а это происходит не всегда. Иногда сюжет понимается как тема в более конкретном оформлении. Например, сюжет Макбета. Макбет стремится к власти, совершает ради этого злодеяние. То есть это как бы расширенная тема. Или сюжет Ромео и Джульетты. Ромео и Джульетта любят друг друга, Монтекки и Капулетти мешают их любви. Иначе говоря, сюжет определяет основную линию драматической борьбы и конфликта. Тогда под фабулой драмы понимается система важнейших обстоятельств и последовательность наиболее значительных событий, определяющих драматическую борьбу. Однако есть и обратное понимание фабулы и сюжета, когда сюжет, то есть когда фабула определяет линию действия главного героя или главных героев, то есть линию развития главного конфликта, а сюжет, как все события, сюжет понимается как все события, все линии действия в их взаимодействии. То есть здесь есть сложность. И если я буду рассказывать подробно все события всех трех пьес, будет очень-очень много времени уйдет на это, и, наверное, мы это делать не будем. Но если хотите, я могу как бы вот рассказать краткий сюжет или фабулу, или развитие линии главного сюжета, главного конфликта. Нужно или не нужно у этих трех пьес? Давай всех трех, наверное, Соломей. Не надо. Это Соломея самая легкая вещь. Соломея, она пьес, там, да. Там два предложения. Да? Соломея страстно. Соломея и так вам понятно. Она страстно желает Иоканаана. Он отвергает ее. Ирод хочет, чтобы Соломея станцевала для него, обещает любую награду. Соломея танцует, просит голову Иоканаана. Ирод выполняет обещание. Соломея получает голову, Ирод испытывает к ней отвращение, приказывает ее убить. То есть это такая вот фабула. Если говорить о подробном сюжете, то тут тоже тут довольно много, да, получается рассказывать, кто выходит, там очень много действующих героев, я, наверное, не буду это рассказывать, это просто скучно, да. А так, фабулы, они все короткие, я могу тогда просто кратенько. Вот фабула, значит, для меня вот не такой, тупая. Ипсен, значит, линия развития. Что такое тема, я понимаю, а здесь фабула. Все рассматривают по-разному. В Литинституте говорил Барушка одно, и он постоянно на одном настаивал, что сюжет, с французского сюжей, это идея. И он настаивал. Не-не, я говорю, что не только он. Не, а куда денемся? Это в этом копали. Вот. Как он говорил, как в Литинституте учат все. Да. Сюжет от французского сюжей. Идея, фабула, цепочка событий. Все. Другие говорят, нет, это наоборот. То есть мнений очень много.
каждый придерживается. Этими иностранными словами запутали хренам вот эту нашу вот безобразие, русское что хотят, то творят. Фабула, замени словом перечень событий, и будет более понятно. Виктор, да. Что хотят, то творят, безобразие. Хорошо, давайте так. Линия развития, линия развития главы. А ты свою линию держи. А вот эти иностранчины затолкали. Это не моя линия, это как бы вот... Да. Ой, Юдош пришел. Здравствуй, дорогой. Извините, я опоздал. Присаживайся. Ничего страшного. Держи. Это тебе. Тут, наверное, только не здесь, потому что там что-то снимают. Да. Значит, Ибсен, если мы возьмем Гуглидон, тоже кратенько, да? Нора, желая спасти мужа от смерти, когда тот тяжело заболевает, занимает деньги, поручителем должен был быть ее отец, но он при смерти. Нора подделывает вексель, потому что не хочет его беспокоить перед смертью. Крокстед, у которого она заняла деньги, узнает о подлоге. Муж Норы получает место директора банка, в котором работает Крокстед, который в прошлом тоже совершил подлог, и он был наказан за это, да, он понес наказание. Хельмер, муж Норы, гордящийся своей безупречной честностью, увольняет Крокстеда, чтобы отдать это место подруге Норы Кристине. Крокстед пишет Хельмеру письмо, разоблачающее его жену. То есть вот так, да? Это фабула. Да, ну я или сюжет. То есть это, я скажу, линия развития главного конфликта. Вот так назовем. Не все события. Потому что если все события, там очень много. Там и детей приводят, и выходят, уходят. Там есть доктор Ранг. Доктор Ранг, роль которого для меня не вполне ясна. Есть. Там как бы ведем туда, я не понимаю тоже для чего. Ну ладно. Ну, поговорим позже. Ладно, у меня другое мнение, что в это самое. Ночь игуаны. Священник Растрига Шеннон, работающий теперь гидом, привозит в отель недавно овдовевший Мэксин группу из 11 учительниц, отклонившись от маршрута под предлогом того, что он нездоров. Ханна и ее дедушка-поэт, не получившие приюта в других гостиницах, бедствующие из-за отсутствия спроса на их работу, хотят остановиться здесь же. Мэксин хочет, чтобы Шеннон остался с ней для ублажения ее сексуального аппетита и для привлечения в гостиницу женщин. Шеннон понимает, что это приведет к его деградации. Между Шенноном и Ханной возникает притяжение и душевная близость. Шеннон теряет группу туристок и свою работу. Он пишет письмо декану, надеясь вернуться к службе священником, но в конце вместе с Мэксин уходит на пляж. Ханна остается, обнаруживает, что дедушка умер. То есть это вот, я даже не знаю, что это. Это просто, может быть, краткий пересказ сюжета. Это план работы, по которому потом драматург начал писать свою пьесу. Вот это вот и есть такая фабула, как бы сказать. Сюжет это несколько другой. Нет, сюжет, вот он, ну как бы вот то, что весь перечень событий, это очень длинно, и я не буду этого делать. Это бы вам очень хорошо освежило в памяти эти пьесы, если кто-то не читал, но мне просто жалко времени, у нас нет так много времени, да? И, наверное, теперь мы перейдем к конструкции драматической сцены. Нет, там немножко просто, пару слов. Значит, есть такая вещь, что когда показываются очень напряженные моменты, эти сцены могут быть очень длинными, то есть это такой психологический эффект. Они могут быть очень длинными, но от того, что напряжение высоко, они не ощущаются такими, когда смотрят зрители. То есть вот этот момент тоже хорошо. То есть можно, если сцена очень... насыщена эмоциями и так далее, она ощущение того, что она идет быстро. Хорошо. Теперь, если мы говорим о событиях в сюжете, нужно сказать, что они могут связываться разными способами. Различают хроникальные сюжеты, когда события находятся друг с другом лишь во временной связи. Концентрические сюжеты или сюжеты единого действия, когда события находятся друг с другом в отношениях причинно-следственных связей. Драма обычно использует оба типа сюжета, но преобладают сюжеты с единством действия. Кроме того, существуют монтажные композиции, когда преобладают ассоциативные, внутренние, эмоционально-смысловые связи. Несмотря на то, что
принцип единства действия считается, до сих пор считается важнейшим требованием драмы, многие авторы пренебрегают этим принципом. Я не знаю, почему я это, на это сейчас перескочила, но так или иначе. И Чехов разрабатывает принципы организации действия, противоположные единому действию. Например, в «Трех сестрах» у него три равноправных угла отношений между героями. Тузенбах, Ирина с Аленой, Кулыгин, Маша, Вершинин, Андрей, Наташа, Протопопов. Единое действие у Чехова исчезает. И получается, что его сюжеты лишены единого замкнутого узла. Связь между героями не причинно-следственная, теперь понятно почему, да? Связь не причинно-следственная, а ассоциативная как раз, внутренняя, эмоционально-смысловая. Ну и чем это плохо? И ничем не плохо. За счет этого и достигается цельность и внутреннее единство пьес Чехова. В пьесе «Теннесси Уильямса», кстати говоря, Теннесси Уильямс был последователем Чехова. Как раз поэтому его пьесы скучные. Да. Чеховские пьесы тоже считают скучными. Нет, я не... Нет, просто он писал комедии, а сейчас смотрит как трагедию. Ставят как трагедию. Значит, в пьесе Уильямса мы также видим две сюжетные линии, историю Шеннона и историю Ханны. Они независимы друг от друга, но их духовно-эмоциональная связь придает сюжету единство. Кроме того, связь между этими героями существует на ассоциативно-символическом уровне. Игуана, которую они освобождают, она может что-то символизировать, да, и что она символизирует, мы можем потом поговорить об этом. В драме Ибсена присутствует временная причинно-следственная связи, а в Соломее все-таки акцент на причинно-следственных связях. Что такое интрига? Вот это интересная штука, которая для меня не совсем понятна. Может быть, Дима нам объяснит получше. То есть считают, что интрига – это последовательные, подчиненные сознательному плану действия одного из действующих лиц. Например, Яго ведет интригу в Отелло. А иногда интригой называют все взаимодействие участников драмы и взаимоотношения отдельных интриг тоже. И если прочитать определение, интрига в драматургии – способ организации драматического действия при помощи сложных перипетий. Интрига создается сознательными усилиями одной из борющихся сторон или возникает в результате случайного стечения обстоятельств. С помощью интриги драматург достигает особой напряженности действия, заинтересует зрителей его развитием. Ну вот, можно сказать, что в «Кукольном доме» интригу ведет Крокстад. То есть у него есть там какие-то сознательные действия, да? Он хочет разоблачить Нору. Ну, может быть, можно. Но это месть или? Да. Можно это назвать интригой, Дима? И не только месть, а желание сделать карьеру. Благодаря этому да. Душу да, его оставили да. в этот. Хоть горшком. Ну да, да. Ведь не месть, да. Не месть тоже. Потому что из-за нее его лишили места. Главное, что это действующая пружина, так сказать. Пружина действия. Ну вот если... Это интрига. Если понимать, да. Ну, получается, что в «Соломее» интригу ведет Соломея, да? Ну, естественно. А в «Ночь Игуаны» тут и перипетий-то нет ведет никаких, Игуаны. Да? Никаких... Никаких неожиданных поворотов нет. Исследователи говорят, что в пьесах Чехова нет интриги. Может быть, и у Уильямса тоже нет интриги. То, что там Фэллоуз, мисс Фэллоуз добивается отъезда группы туристок, возвращения их в город, можно это считать интригой? Не знаю, мне сложно. Вот это основа, как у этих, которые вы говорили. Вот ключевое слово там, да, что это способ каким-то образом удерживать действие, да? Да. Удерживать внимание зрителя, удерживать интерес читателя, да. Да? Да? Это способ удерживать, да, способ. Вот когда мы с этой стороны посмотрим, тогда как бы что-то лежит. Потому что если взять там Чехова, там, что у него нет интриги, есть. С какой из нас стороны будет? Ну, как минимум, со стороны автора. Как минимум. Да.
который хочет у нас, он же ради чего-то писал, значит, он не мог не использовать слово интригу, да? Он писал для жены. Интриговать. Вся его интрига. Интриговать. То есть он чем-то меня заинтриговывает. Совсем для жены. А с точки зрения интрига, как там, как вам сказать, такого примитивного понимания, да, где когда есть такое прямое понимание, то там, например, там, не знаю, например, школа злословия, там, это наследство, там, пам-пам, но появляется какой-нибудь там Крокстед, еще кто-то там, да, там, и всегда будет человек, который там, Яга там, который, и мы понимаем, вот интрига. Интригант. Злодей, который говорит, что нет, там, все. Это есть интрига. И мы теперь уже будем смотреть, за как его условно там замысел противодействующий некоему там желанию главного героя соединиться или там еще как-то, да, каким образом вот это составляет, как это называется, да, содержание вот этой интриги. Интриги как способа держать наше внимание. Потому что как конфликт, это двигатель действия, да, один из способов, да, основной причем двигатель конфликт. То интрига как способ удержания, соответственно, еще и, то есть, его можно смело назвать очередным конфликтом просто. Ну, назвали интригой, там, еще крючком. И вы же понимаете, там куча всяких этих перипетий, тоже это одно из разновидностей перипетий, тоже будет интрига, тоже конфликт. Да. Переодевание героев, этот, мальчика в девочку, брат умер, я за брата, сестра, оделась там, все. Да. Это тоже есть, квик про кво, все. И тогда начнешь вот так смотреть, сколько способов удержания внимания, и все. Я не считаю просто, что это все нужно, как это назвать-то, вот этой вот формулировкой, как в Википедию залезть. Вырезаешь и все. Mm-hmm. Это все шило-мыло определение слов. То есть там, то есть они одними и теми же словами, да? Могут то есть, там, определять разные вещи. Да. Ну да, я согласна, что очень размытое определение, поэтому я и сказала. Ну, Дима, наверное, не только удержание, привлечь внимание, а достижение еще каких-то целей тоже интрига. Ну, много, наверное, может. Ну, у нас сказал, в литературном клубе таком... последний год в театральных кружках сплошные интриги. Можно на их примерах рассматривать, но мы не будем этого делать. Вот. Тут и привлечение внимания, тут и достижение своих каких-то целей. Скорее всего, у нас это. Достижение своих каких-то целей. Тут и просто интрига ради интриги, чтобы... Не скучно было. Чтобы не скучно было. Да, тут столько может быть. Приложить оголенные электрические проводы и посмотреть, что получится. Тоже интрига. Так что тут... Заинтриговала. Ну хорошо. И сейчас Дима упомянул конфликт. Мы как раз к нему сейчас... Когда говоришь, ты меня заинтриговал, значит, вызвал интерес. Конечно. Вот интрига, это вызывает интерес. И интерес тоже это включает. Это широкий аспект. Очень широкий аспект понятия. Да. Конечно. Ну хорошо. Драматическая борьба, драматический конфликт. Посмотрим на это, да? Единое действие развивается в такой постоянно происходящей драматической борьбе. И по отношению к главному герою драмы, к центральному действию, все лица драмы, какой бы сложной драма ни казалась, они распадаются на две группы действующих лиц. Одни, которые содействуют главному герою, например, да, а другие, которые ему противоборствуют. Таким образом, самая грубая схема драмы – это шахматная партия, черные и белые. Драматическая сцена должна строиться как поединок. Одно из действующих лиц ведет сцену, то есть нападает, может быть, нагнетает, интригует, атакует, а другое либо защищается, отражает атаки, да, или переходит в контратаку, или уступает. Если нет конфликта, нет действия. И в драматической борьбе, в каждой сцене драматической борьбы имеются свои задачи. Можно сказать, два типа задач. Либо герой, либо действующее лицо, которое ведет сцену, хочет устранить партнера или привести его к бездействию, либо заставить его содействовать себе. То есть бездействие или содействие. Заходите. Это я пропущу, это все не важно. Можно сказать... Продукты там, книги здесь. Да.
изначально конфликт существует до событий, представленных в пьесе, да? И затем в пьесе уже происходит некое событие, которое нарушает существующее равновесие, что и приводит к разворачиванию этого конфликта. С этого момента и начинается пьеса. И все последующее действие сводится к установлению нового равновесия, к разрешению этого конфликта. То есть одна сторона, противоборствующая, должна победить. И условно выделяют три способа композиционного построения драматургического конфликта. Первый способ – герой-герой. Авторы и зрители симпатизируют одной из сторон здесь. Конфликты герой-герой хороши для воспевания мужества и инициативности людей в каких-то исключительных обстоятельствах. В таких конфликтах важно внешние действия, которые обусловлены перипетиями. С середины XIX века такое лобовое столкновение стало казаться примитивным. Дальше есть тип герой-зрительный зал. Обычно этот тип композиционного построения конфликта характерен для комедий. Конфликт здесь не персонифицирован, и зрительный зал смехом отрицает то, что происходит на сцене, да, и поведение героев, действующих на сцене. И третий тип – герой-среда, в которой он действует и который противостоит. Самым распространенным типом конфликта является любовная коллизия. И какой бы сложной проблематикой не характеризовалась пьеса, да, это может быть очень философская такая пьеса, серьезная, но там хотя бы одна любовная линия обычно присутствует. И другой распространенный тип конфликта – семейные коллизии, непонимание и вражда между поколениями, между там свекровь, невестка и так далее. Отцы и дети, да. Существует, можно еще говорить о типах конфликтах в другом разрезе. Есть локальные конфликты, происходящие в пределах единичного стечения обстоятельств. Они принципиально разрешимы волей отдельных лиц. Тут можно как раз говорить о типе герой-герой. И есть субстанциальные или субстанциональные конфликты. Это длительные и устойчивые противоречия, противоречия жизни, которые возникают и исчезают не благодаря усилиям, отдельным усилиям отдельных людей, а по воле истории и природы. Такой конфликт выражает противоречия, существующие в обществе, и выходит за пределы изображаемой в пьесе ситуации. То есть пьеса закончится, а конфликт останется, и он будет повторяться. Чехов создал новый тип конфликта. Если до него конфликт выражался в реальном столкновении персонажей, то есть это как раз это лобовое столкновение герой-герой, линейно протекал этот конфликт на глазах у зрителей, от мотива к цели, от причины к следствию, то у Чехова зритель видит какие-то события, не связанные между собой. Текст персонажей не дает полного представления о том, что тут происходит. Герои неоднозначны, непредсказуемы. Их мотивы лежат за рамками повествования. Лиля, извини, пожалуйста, я не знаю, права или нет, но у Чехова внутренний конфликт. Вот как раз я к этому и иду, что вот этот новый конфликт, он и называется внутренний конфликт. То есть, если до этого были конфликты внешние, Чехов изобретает внутренний конфликт. Совершенно верно. Зина, опереди. Люди были попроще до Чехова. Да, а это уже, да, это сложности, да, пережитые. Да, совершенно верно. И здесь, даже если есть какие-то внешние стычки в пьесе, то они не имеют никакого отношения к настоящему конфликту. А настоящий конфликт в пьесах Чехова – это герои страдают там не от действий окружающих, а от неспособности обрести цельность собственного «я». Они страдают от бесцельности своей жизни, от незаполненности их жизни. Да?
Внутренний конфликт может быть между разумом и чувством, между долгом и совестью, желанием и моралью, сознанием и подсознанием. Я думаю, что элементы внутреннего конфликта, конечно, они были и до Чехова, только все это как бы было доведено до совершенства. Они просто не были главными. Да. Они не были единственными. Не только, просто даже главными не были. Но есть же знаменитая фраза, не знаю, кто сказал, что у Чехова в пьесах люди только обедают там или пьют чай, в это время рушатся их судьбы. Да, то есть да, так да. Он это внешне. Он не преподносит это открыто. Он не дает, как там из переписки с женой, он не дает, он не говорит, что такое жизнь, он никому ничего не учит. А вот это все вот где-то оно вот там. Да нет, он не учит, но он как бы, нельзя сказать, что он не учит, он как раз и хочет сказать. Он не учит, да, автор должен автор, читать, да, между строки читать, а он не дает. Ну ладно, извините. Ну да. И от того, что акцент теперь делается, акцент делается на внутреннем конфликте, да, вообще на внутреннем мире героев, а не на внешнем, то внешних событиях, сюжет разворачивается медленно. А Брехт довел это явление до полной стадии. Если мы посмотрим на наши пьесы, опять-таки, да, посмотрим на то, какие там конфликты, быстренько. Кукольный дом. Я что-то экую, мне так это не нравится ужасно. Я потом буду смотреть и что раздражаться. Делаешь? Я говорю, и меня это так, ну, не так влияет. Англичане делают, это им да, это их манера, правильно? Так что ты все в тему. В кукольном доме у нас локальный конфликт и субстанциальный тоже. То есть тут есть конфликт людей. И он может быть разрешим, конфликт мужа и жены, он может быть разрешим, но можно посмотреть еще и на конфликт этот, как на конфликт субстанциальный, конфликт с обществом. Да? И, наверное, это тип герой-герой, герой-среда. Да? Два типа конфликта можно здесь рассмотреть. Если вы не согласны, можете мне что-нибудь сказать. В Соломее. Это герой-герой, и это локальный конфликт. Тут нет конфликта со средой. Внутренний конфликт. Я думаю, что современные драматурги могут ставить, и уже сейчас нельзя ставить все эти пьесы без внутреннего конфликта. Да, Дим, как ты думаешь? Да вообще ничего нельзя делать без конфликта. Нет, если нет конфликта, нет, конфликт нет может произведения, быть внешний, правильно? И внутренний. То есть если до Чехова акцент был на внешнем конфликте, то после Чехова, даже если ставить дочеховские пьесы, наверное, внимание внутреннему конфликту должно уделяться. Или даже придумывать его. И даже придумывать, конечно. Да. Я думаю, да. Ну и что касается Уильямса, конечно же, здесь внутренний конфликт важнее всего, да? Потому что это уже после Чехова. Тут есть и субстанциальные, и локальные конфликты. Да, тут есть столкновение герой-герой, хотя их не так много, они не так важны, они не так ярко выражены. И герой-среда тоже, да? Так. Идем дальше. Есть такая вещь, как... Наверное, это я не буду. И, может быть, я не буду... Вот это я тоже пропущу, и тогда у нас сразу много времени освободится. Или сказать коротенько, что есть такая вещь, как поединок вслепую. То есть, если сцены у нас строятся как поединки, то иногда, если один из героев не знает, что последует, что будет результатом его действий, он ведет борьбу вслепую. Скажем, Моцарт у Пушкина не предполагает, что мрачное настроение Сальери находится в связи с желанием его отравить. Да? Если мы посмотрим на пьесу Уайльда, Ирод, который упрашивает Соломею танцевать, ведет, можно сказать, что он ведет борьбу с ней вслепую. Он не знает, что Соломея потребует в качестве награды. Дальше. Поэтика Аристотеля и
он делит сцены трагедии на три типа. Я думаю, вы просто в хендауте посмотрите. Я не хочу об этом говорить, потому что это, мне кажется, что это не так важно. Сцены узнания, пафоса, сцены смены счастья и несчастья. Мне кажется, это немножечко сейчас уже не актуально. Да, это абсолютно актуально. А? Это все сериалы на этом строятся. Все сериалы на этом строятся. Счастье, несчастье, сцены узнавания, сцены пафоса, сцены бурного страдания. Все сериалы строятся только по этим линиям. Хорошо. Я другого-то я не вижу ничего, что еще есть сериал. Вообще ты прав. Особенно в маникюре. Не подумала про сериал. Ну да, а где мы живем? Да, да, наверное. Есть такая штука, как раздвоение воли. Вот мы говорили о единстве действия, но есть такие, когда показывают героев неврастенников, у них присутствует раздвоение воли. И может быть в нашей пьесе, из наших трех пьес, мы в третьей пьесе можем говорить о раздвоении воли Шеннона. Как уже было сказано, это раздвоение, может быть, было сказано, может быть, не было, я уже сейчас не помню. Я говорила, что нет. Это раздвоение между возвышенным, по-моему, не говорил еще, потому что я пропустила то. Раздвоение между возвышенным стремлением к Богу, но не к христианскому Богу, а к языческому. Потому что Шеннон видит Бога в громе и стихийных проявлениях природы. И низменной чувственностью. Поскольку в пьесе этот внутренний конфликт вынесен наружу и экстериоризирован в образе Ханны и Мэксин, Ханна воплощение святости, ангелоподобное существо вообще, и Мэксин воплощение чувственности, плотскости. То есть от того, что этот конфликт каким-то образом вот так вот вынесен наружу, то раскол этот не чувствуется. Тем более, что Ханна и Мэксин сами являются цельными образами. То есть это раздвоение сглаживается. Тем более, что отношение Шеннона ко всем персонажам пьесы определено и неизменно на протяжении пьесы. Да? Симпатия к Хане и дедушке, раздражение по отношению к навязчивой Мэксин, противостояние с мисс Фэллоуз, я тут неправильно написала. Расколотость Шеннона обнаруживается в той информации, которую мы получаем, которую получает зритель, получают герои пьесы. Когда о нем рассказывают мисс Фэллоуз, Мэксин, Шарлотта и Ханна. То есть мы из их слов узнаем о том, что этот персонаж расколот. Ну и в каких-то его действиях, как выходка, когда он помочился на чемоданы, и мы знаем, что его преследуют какие-то там синие дьяволы. Призрак, синий дьявол у Ханны, у него, у Шеннона призрак. Кроме того, есть один момент, что Шеннон предлагает Хане путешествовать вместе, на что Ханна говорит, что утром он передумает. Несмотря на все тяготение к Ханне, в конце он уходит с Мэксин. Он уходит с Мэксин, хотя она его вроде раздражала, но в конце пьесы он уходит с Мэксин. Может быть, он останется с ней. А может быть, он заплывет далеко в океан и не вернется. Финал открыт, да? Хорошо. Теперь, может быть, как вы, перерыв хотите, нет? Хотели. Нет, перерыв сделаем, только сама решай, когда. А перерыв-то нужен, конечно. Давайте 5 минут сейчас, что ли? Давайте 5 минут сейчас, 5 минут потом. Давайте. Может быть, да. Ребята, перерыв, сейчас я бутербродики сделаю. Вот так. Тут все по-серьезному. Да.